Накануне состоялось торжественное открытие нового административного здания прокуратуры Таласской области. На церемонии открытия присутствовал генпрокурор Курманкул Зулушев, сотрудники органов прокуратуры Таласской области, руководители местных органов власти и местные жители. На мероприятии Курманкул Зулушев обратился к сотрудникам прокуратуры с требованием безупречного исполнения своих конституционных обязанностей по укреплению правовой системы государства, возвращению доверия народа, обеспечению верховенства закона на территории страны и отметил, что в дальнейшем будет уделено внимание улучшению условий труда и социальной защите работников.